Привет, я пастор Дерек Уокер. Мы продолжаем серию передач под названием Божий храм. Эта тема проходит красной линией через всю Библию. От начала и до конца. Мы с вами убедимся, что Библия начинается с рассказа о первом земном храме в Эдемском саду. В конце священной Библии она заканчивается повествованием о вечном славном храме Бога. Храм Господа — это место, где Он жительствует и общается со Своим народом. Там Он открывается и Ему являет Свою силу и славу. Там его благословенный народ общается со своим Создателем, поклоняется Всевышнему и служит своему Спасителю. Необходимо отметить то, что сегодня мы продолжим учение о небесном городе, о Новом Иерусалиме, потому что это совершенное. Вечная обитель Бога, где Всевышний будет жить со своим народом во веки веков, посему этот желанный всеми христианами город называют небесным и совершенным храмом Господа Бога. Он в небе, этот храм, гора Сион, он имеет форму горы, назван Небесным и Иерусалимом. Также он назван Эдемом. Эти описания указывают на то, что это храм-гора и город-сад, и мы раскроем этот вопрос вскоре. В прошлом выпуске мы с вами познакомились с интересной идеей о том, что когда вопрос коснулся земной скинии и древнееврейского храма, то Всевышний Господь заповедал пророку Моисею, а позднее царю Давиду о том, что храм необходимо возвести по небесному чертежу, Божий чертеж сделан с небесного храма. Итак, все земные храмы были подобиями небесного храма, и мы изучим это сегодня. Новый Завет разъясняет, чертежом для земных храмов Бога служил храм небесный. Поэтому земной храм был копией небесного. Он есть на небе и сейчас. Мы все время сталкиваемся с небесным храмом в Откровении. Итак, земной храм времен царя Соломона был образом и тенью небесного храма Господа. Мы изучаем это не только для того, чтобы увидеть обстановку, в которой мы будем жить с вечным. Это славно. Там в небесном храме Бог будет с нами во веки веков. Также мы изучаем эту тему, потому что сами христиане. Мы с вами, Божий народ, являемся храмом живого Творца и Спасителя. Сама структура храма повествует нам о том, кто мы с вами и как нам нужно жить для Господа. Ну так вот, в Святой Библии есть много объектов, на изучение которых потребуется время. Поговорим о небесном храме. В первых стихах 8 главы Еврея мы находим подтверждение сказанному. Главное в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола, величие на небесах, и есть священно-действователь святилища «В небе есть святилище, и скиния истины». Это небесная скиния, которую воздвиг Господь, а не человек. Люди создали образы небесного храма. Первый священник поставляется для приношения даров, и нужно было, чтобы Исей также имел, что принести. Если бы он остался на земле, то не был бы священником, ибо здесь священники приносят дары которые служат образу и тени небесного. Это тень небесного храма. Как сказано Моисею, приступившему к постройке скинии, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Земная скиния была сделана по небесному образцу, поэтому она была образом и тенью небесного храма Господа. И это подкреплено одиннадцатым стихом. Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшая скиния, нерукотворенная то есть не такового устроения. Это небесная скиния, которая существует на самом деле. Автор евреям продолжает рассуждать. И образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими с их жертвами. Итак, автор послания евреям говорит о том, что небесные вещи, утварь небесного храма, стали тенью копий утвари земных храмов. Они сделаны по небесному образцу. Бог учит нас здесь. Это Божий почерк. Он желает, чтобы они были сделаны на земле, как на небе. А вот что говорит автор послания. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Библия в очередной раз утверждает, земные храмы ⁇ это копии небесного. Именно сейчас нам просто необходимо разъяснить следующее. Небесный храм ⁇ это особое жилище Всевышнего Бога. Разумеется, Создатель присутствует повсеместно, но Он живет в небесах и являет Себя там особенным образом. Он желает жить именно там. Мы рассмотрим это в нескольких стихах. Например, в Третьей книге Царств есть молитва, которая звучит так. «Ты услышь с неба, с места обитания Твоего и помилуй». 113-й Псалом, 11-й стих. «Бог наш на небесах творит все, что хочет». Далее, 4 стих из 10-го Псалма. «Господь в святом храме своем, Господь, престол его на небесах». Это довод о том, что трон Бога находится в его небесном храме. Он находится в святом святых. «Престол его на небесах, очи его зрят, веж да его испытывают сынов человеческих. Райский храм — это пункт небесного управления Вселенной. Исайя 66, глава 1 стих. Так говорит Господь. «Небо — престол мой, а земля — подножие ног». Итак, вся земля под его ногами. Трон всемогущего Бога находится на небесах. Оттуда Господь правит землею. Исаия 57, глава 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, небеса — это возвышенное и превознесенное место, и оно над нами». Здесь сказано, что Бог вечно живущий, святой имя Его. Он говорит, «Я живу на высоте небес и во святилище», то есть в небесном храме. Исаия дает надежду от Бога, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять или возрождать дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Господь подсказывает, Он создал человека, быть Его храмом, сказав: Я живу в своем небесном храме. Творец продолжает. Но я живу не только там. Кроме того, Всевышний хочет жить в храме, в нашем сердце. Если люди сейчас, в эпоху Нового Завета, каются и смиряют свое сердце, тогда Святой Дух оживляет их дух через новое рождение. Хвала за это Богу. Он вселяется и живет в таком человеке. Это одно из пророчеств в Новом Завете, которые исполняются через Христа. Предлагаю вашему вниманию классический стих о Небесном Граде. Это небесный храм Бога. Это послание евреям, 12 глава, 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону». У него форма горы, а далее сказано «и к ограду Бога Живого». Итак, это город, это место обитания народа Всевышнего и его ангелов. Это вечное жилище для людей и вечная обитель для ангелов. Итак, это город живого Господа Бога. В этом городе живет сам Бог. Поэтому город является храмом. Тут сказано «к небесному Иерусалиму». Скажем так, земной Иерусалим — это копия, тень или образ вечного небесного Иерусалима. Это место, где наш Творец решил жить на земле. Это исполнится. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Именно там будут жить все ангелы, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Если вы рождены снова, то вы написаны на небе, вы его гражданин. Хвала Богу! По этой причине вы пойдете в рай. И здесь сказано, вы приступили к Богу. Кроме того, в небесном Иерусалиме живет Господь. Итак, Он храм, Бог это Судья всех. Таким образом, Бог правит всем и судит с небес. Его трон находится в небесном храме здесь сказано о духах, достигших совершенства. Мы увидели, это ветхозаветные святые. Они не были рождены свыше, но чей дух стал безупречным в новом рождении, после воскресения Христа, а затем они были взяты на небо. Итак, на небе есть и эти святые, и к ходатую Нового Завета Иисусу. Разумеется, там будет Иисус. Мы видим, что также обителью или храмом Бога в раю является город живого Бога, где Отец обитает со Своим Сыном. Он назван Отчим Домом. Это приют ангелов и людей, где они будут жить с Богом. Это небесный Иерусалим. Он назван горой Сион. Это подразумевает, что он в форме горы. Мы коснулись этой темы мимоходом, но этот важный факт поможет нам. Этот город ⁇ место, где стоит трон Бога, откуда он правит. Третий псалом, четвертый стих. Гласом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Трон Божий стоит на вершине горы Сион. Это холм и гора. Город Бога ⁇ это возвышенное место. Итак, мы с вами увидим то, что все земные храмы, все земные места обитания Бога, как правило, находятся в горах. Допустим, это гора Сион. Дело в том, что гора символизирует власть и святость всемогущего Господа и Создателя. Горы высоки. Это высокие, крепкие, недвижимые образования, которые являются святым местом. Итак, горы ассоциируются со святыми местами. В 17 стихе 15 главы исхода Бог описывает отведенное им местоположение его храма, возведенного впоследствии Соломоном. Ну а теперь, пожалуйста, послушайте молитву пророка Моисея, которую он вознес за сынов Израиля. Моисей просит введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище». Святилище — это святое место, которое создали руки твои, владыка. «Господь будет царствовать». То есть данная гора ⁇ это место, где он живет. Также и последний земной храм, который будет во время тысячелетнего Царства Христа, ассоциируется с великой горой, с земной горой Сион, во второй главе своей книги. Исаия говорит, и будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Народы скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. Он будет судить народы и обличать, Многие племена и перекуют мечи на орала и копья на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут учиться воевать. То есть наш Царь Иисус Христос будет править над всей землей с горы Сион. Христос будет судить народы Кроме того, небесный храм описывается в Библии как гора, в 28 главе Изикииля и в 14 главе Исаии. Это рассматривается в истории, когда Люцифер пал. Мы прочитаем их, ведь там дается описание небес, небесной горы и храма. В 14 главе Бог обращается к Сатане. Как упал ты с неба, денница, сын Зари, разбился о землю, попиравшие народы. Бог сказал, говорил в сердце своем, обратите внимание на его слова, ⁇ Взойду на небо ⁇ Сатана не был доволен своим положением на небесах и захотел забраться выше всех, выше звезд Божиих, вознесу престол мой. Он хотел быть выше всех. Далее мы прочитаем, как дьявол мечтает дерзкое и гордо, «И сяду на горе в сонме богов на краю севера». Итак, в небесах стоит огромная гора, и сатана хотел установить свой престол на вершине этой огромной горы, в святом святых, там, где трон Господа. «Взойду на высоты облачные». Он говорил об облаках Божьей славы. Он хотел быть выше всех. Он добавил, «Я буду как Бог». Вот его амбиции. Он не был доволен служением, которое Бог дал ему, и хотел быть как он. Вот что ему ответил Бог. «Ты не звержен в ад, в глубины преисподней». Это указывает на гору, Божье жилище в небе, где на самой высоте расположен его тронный зал, который сопоставим со святым святых райского храма. Враг хотел вознести трон на высочайшее место и воссесть над всем, как Бог. То же самое место мы видим в 28 главе Иезекииля, в 12 стихе. Так говорит Бог, он говорит о сатане. «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Он был славным творением. Обратите внимание на строку «Ты находился в Эдеме, в саду Божием». Здесь открывается еще одна интересная вещь. Итак, еще одним названием города горы и храма Господа Бога был Эдем. И этим подразумевается, что земной Эдем был образом Эдема Небесного. Позднее мы увидим, что Эдем из второй главы книги Бытия был первым земным святилищем Всевышнего Бога, ведь он образ небесного Эдема. Как в земном Эдеме был сад, так и в раю есть престольный зал. Тронный зал находится на вершине горы, под которой располагается город-сад, где живут Божий народ и его ангелы. Это Эдем, Сад Бога, райский сад. Мы видим это в конце книги Откровения. Там повсюду растет древо жизни, орошаемое рекой жизни. Примечательно, что город Сад располагается ниже престольного зала. Он сравним со святым святых. Остальная часть небес за стенами Нового Иерусалима. Очень напоминает внешний двор. Поэтому оригинал троичной структуры временных земных храмов эпохи Ветхого Завета. Это оригинальный чертеж Небесного Иерусалима. Сатана жил в небесном саду Божьем. Написано, что Сатана жил в небесном саду. Кроме этого, он служил в тронном зале, как осеняющий херувим, хранящий трон Господа Бога. Бог сказал Люциферу, «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то». Но Сатана не был доволен тем, что жил в городе Саде. Он захотел установить свой престол и власть в самом высоком месте, в тронном зале Бога. Он хотел стать как Всевышний и сесть на вершину горы Бога. Прежде чем мы с вами перейдем к Иезекиилю, надо узнать, что Эдем — это еще одно название неба. Оно вызывает воспоминания о рае. Рай можно сравнить с дворцом короля, окруженный дивным Божьим садом. Это видение рая. Итак, в райском дворце есть престольный зал, где обитает наш король. В небесах есть и дивные сады. Возлюбленная. Это дизайн горы нашего Бога. Павел был на небесах, и он пишет в церкви такие слова. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет восхищен был до третьего неба. Апостол пишет Коринфянам, он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Итак, друзья мои, рай или эдем располагается на третьем небе. Согласно книге Бытие, Первое небо — это небесная атмосфера. Второе небо — это космос, а на третьем находится Новый Иерусалим. Спешу разочаровать некоторых. Идея о втором небе, как о доме бесов, не является библейской. Дьявол изгнан на землю и действует в первом небе, как князь, господствующий в воздухе. Ну а мы вернемся к Эдему. Эдем на третьем небе. Этот сад состоит из монаршего дворца с его тронным залом, где живет вечный царь. Это святое святых. Также он состоит из города сада, под ним и окрестностей, где обитают его подданные. Это святое место. Таким образом, в раю есть разные степени и уровни святости. Чем дальше забираешься, тем выше переживаешь уровень святости. Поэтому Трон находится на самой вершине. Сатану не устроило его место, поэтому он восстал. А мы вернемся к книге Иезекииля. Бог сказал, ты был на Святой горе Божьей. Большая часть неба находится на Святой Горе. Это Сион или Иерусалим. Итак, Сатана жил на ней. Мы читаем о том, что он жил в саду Господа. Бог сказал, «Ты ходил среди огнистых камней». Яхве говорит здесь о сатане, который в прошлом служил Богу в престольном зале. Ты совершен был со дня сотворения твоего. Да коли не нашлось в тебе беззакония. Бог добавил, от обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправда, и ты согрешил. Здесь мы видим Божий суд. Я не свергнул тебя как нечистого с горы Божией. Примечательно то, что это гора Божия, это город рая, и выглядит он как гора. «Я изгнал тебя, Херувим, осеняющий из среды камней». Дьявола прогнали с небес и отстранили от служения Херувима-хранителя. Его лишили права служить во святом святых Херувимом и сбросили с небесной горы. Он был незринут, как молния. От красоты твоей возгордилось сердцем, от тщеславие ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю. Самое подробное описание Райского града есть в двух последних главах книги Откровения. Я увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. Это говорит о том, что этот город есть, он существует. Автор послания к евреям также пишет своим адресатам о небесном городе. Этот город приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. В главе сказано о том, что этот город есть место, где Христос... И Его небеста будут жить во веки. Это дом Небесного Отца, и это вечное жилище Господа Иисуса Христа и Его невесты Церкви. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: А вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Святой город и Иерусалим станет вечным жилищем Бога с человеком. То есть, это святой храм или небесный храм, храм Божий. Девятый стих говорит, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Аганца, потому что она будет в том городе. И вознес меня в духе на великую и высокую гору. Некоторые считают, что город имеет форму Куба, но город — это гора. И показал мне великий город. Этот город — гора. Святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. В конечном счете, Новый Иерусалим спустится с третьего неба на нашу землю, и Церковь Господа Иисуса Христа будет всегда жить на земле в этом небесном городе. Он имеет славу Божию. Это святой город Бога и Его дом. Светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню Яспису кристалловидному. 16 стих. «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он. Это примерно более двух тысяч километров. Вот так размеры. Длина и широта и высота его равны. Это высота свыше двух тысяч километров. У него не форма куба, как думают многие, а форма горы. Это пирамида с квадратным основанием. Иоанн пишет, храма же я не видел в нем. Он не увидел храма, потому что весь город это и есть храм, это вечный храм Бога. Город не имеет нужды ни в Солнце, ни в Луне, ибо слава Божия осветила его. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Аганса. Реки текут вниз, поэтому данная река жизни течет от трона с макушки горы в остальные части города рая. Это тронный зал. Это святое святых, и река жизни течет из него. По этой причине на берегу благословенной реки растет дерево жизни. Река питает его. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни. 12 раз приносящие плоды и листья дерева для исцеления народов. Данная река течет из патронного зала в остальные части вечного города. Это город Сад, так как в нем есть дерево жизни. Улицы города вымощены прозрачным золотом. Дерево жизни растет там, где течет река. Итак, это город Сад. Здесь ясно одно. Город назван Эдем. Он прообраз земного Эдема, где также есть гора. Таким образом, в небесном раю есть сад, дерево жизни и река жизни. Это совершенный оригинал и эталон того самого земного Эдема. Земной проектировался как частица неба на земле. Это первое земное святилище. Земной и небесный Эдем были созданы стать местом, где Бог будет жить с человеком, и последний будет поклоняться и служить Ему. Библия описывает это так, и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Аганса будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, они будут общаться с Создателем лицом к лицу ночи не будет там, и не будут иметь нужды в свете, ибо Бог освещает их, и они наполнятся славой, и будут царствовать во веки веков, служа Богу в небесном храме. Это наша с вами судьба. Слава Богу!